Первый раз слышу про этот подкайм. Да они обкурились, не слушают. Так за дверь выйдите. Вы прям между дверями стоите. Стали, вырубите. Пан. Чё? Вот в эфире было у вас такое хоть раз? Стали, выруби. Чё было? Ну, вот такой автосогревание. Автосогревание? Да залупа все, блять, это. Чё вы, блять? О, мы здесь стояли на перерыве 5 минут в комнате перед йогом. Ну, у кого-то пет какой-нибудь. Кто-то, блядь, зашел нахуй, сагрил и все нахуй. Ну, там рейнджа определенная есть. Угу, там что дальше заходишь и все. Да. Ладно, ребята, короче, все хранители запустил. Так, значит, давайте. По порталу, короче, у нас будет 8 порталов. Там 8, нет? 10. Ой, блядь, 10 же точно. Или чё, просто не будем назначать этих, просто кто захотел съебался, как считаете, так будет проще? Ну, залупа будет. О, залупа, да, думаю? Чистая будет. Залупа будет. Ладно, поехали тогда. Тут есть какой-то чат текстовый, который могут все смотреть? Общий даже не могу. Где, в Дискорде? Угу. Зачем он тебе? Картинку вставить, блядь, с порталами. Да, есть. Напиши в этом. Получается, как он там? По-моему, так. Бугов нету. Или бугов нет? Нету, что ли? Нет, по-моему, нету. Он должен быть. Видишь ты какой чат? Сейчас чек. С кем говорю, по-моему, нет. Все, блядь, а что-то меток не хватает, нихуя. Ну, конечно, потому что меток 80. Без мозга, у тебя будет по, там, сколько, 3 портала или по порталу с каждого хранителя, и между этими порталами будет еще портал, это все. Между ними будет по 2 портала. 4 метки. Вот. Откройте скажи какой-то чат в DC для всех, откройте, там общий или хуй знает какой. Тут гильдия есть чат, общий чат, Да, мне-то это понятно, это надо смотреть людям, блядь, в рейде, в какие порталы заходить, картинку. Вот я тебе участника дал, смотри. Скидывай. Это только ему ты дал, он просит, чтобы открыли для всех. Какой-то, это не наш Дискорд. Какой-то канал, да. А, не ваш? Нет. Ну, в смысле, Дискорд-то наш, но прав нету. Общий чат, он открыт для всех. Общий чат, да? Он так и называется, общий чат. Давай сейчас настрою всех права доступа. Я просто когда тыкал общий чат, когда у меня не было роли, он скинул там картинку. Вот так располагаются порталы. Вот где Дор написано снизу, там дверь, там мы перед самым мордой, в середине его зубов, первый, этот шестой портал. В самой жопе там такой треугольничек есть, жопа треугольная такая у босса, у него первый портал. И по часовой стрелочке идут порталы. То есть первый, второй, и от первого до пятого это одна пати заходит. И с 6 до 10 вторая пати заходит. То есть 6 это ровно перед мордой. И 4 следующих портала получается 7, 8, 9, 10. 10 получается рядом с порталом, который ровно в жопе босса. Прям такой треугольный вырос. У него там жопа прям видно там. Давай, короче, вот так сейчас сделаем. Вторая пати. Void. Что-то ловил? Рекаунт 2ДКшника. Чё, блядь, мне не желательно, да, туда заходить. Верхушку водить. А ты там ничего не сделаешь. Ну как не сделал, в смысле, я в голову нормально надамажу. Ну да. Чем быстрее комнату мы забьем, тем больше надамажим в голову. Ты с своим фаером там будешь сидеть пердеть просто. А чё мне посидеть пердеть? Вы дамажите дитером ее быстрее. Мне просто в это. В голову-то нужно тоже домой сдавать. Ладно, короче, что у нас 5 человек получается, хилы, хил туда, Андрей, пойдешь, один хил. Один же справится, хил? Да. Хорошо, дальше, что у нас? Топового милика, вот рекаунта, аспекта. А потом... вот я уже скинул всех миличников. Ты в какой пати расслышишь, 7-8? 7-8, ну. Ага.
еще 4, надо кого-нибудь таких нормальных. Ну, ханта может быть, я не знаю, как хант, понимание у него, какое тактики. Чисто, что вот когда чупальца убиваем, чтобы он стаю дал пробежать быстрее до комнаты, до мозга. Понимание, мне кажется, Лем хорошо там, блядь, будет себя показывать. Да, два драгдилера, короче, туда. Васю, конечно, обязательно, нахуй, туда. Рога потом... как? ШП одного, Рога, да. Костя, нахуй, тоже будешь, нахуй. У тебя Энх еще есть. Энх еще есть, у тебя Ирик. Все, вот так. Энх пускай с нами будет. Фунтик, это что, хил или что? Нет, это ШП. А кто хил здесь? Хил, холипал. Зачем? Не-не-не, холипала убери. Поставь либо ДЦ, либо Эрдру. ДЦ. Ты вроде шаристый пацан. И а, вообще да, тут да, как да, бы два холипала не надо. Скот. Испалить надо заебись. Ну все, вот смотрите, ребят. Значит, посмотрели сейчас картинку. Седьмая, восьмая группа. Смотрим. Считаю, первая группа это с первого по пятый. Надо лучше называть, кто вот конкретно, каждый свой портал, чтобы давай, знал. Давай, момент. Хорошо, смотри. Сен-Касан, первый порт. Аспект, второй портал. Рекаун, третий. Девермен, четвертый. Я не понял. Вот Фьюри, пятый порт. Шадовых, шестой. Смерть. Смерть, короче, ДЦ 7, Фунтик 8, Вася 9 и Драгдилер 10. Да вы общий чат смотрите, в общем чате вообще видите. Общий чат? В Дискорде, правильно? Общий чат. Да, общий чат. А Вася достаточно прав? Да, нет прав у них, чтобы смотреть. Ну там сейчас, что-то подожди. Надо, чтобы все сейчас смогли. Настройку канала сделаю, подожди. Блять, кто его настраивал? Люди могут Дом писать, часть, смотреть не могут. Посмотрите, это канал по умолчанию. Вчера тут все закрывал, только не сеть тоже. Я не заходил в порталы. Бля, давай всем права нахуй, да, мы похуй. Надо сказать ему, чтобы он перенастроил. Да пиздец, да, здесь вообще хуйня. Вообще хуйня здесь. Типа без прав писать могут? Андрей, а ты это, ты не можешь перенастроить? Ну вот такая странная хуйня, рейд лидер может настраивать, а замгэм нихуя не может настраивать. Классно. То есть у меня типа право на уровне участника, короче, понял. Замечательно. Я тоже не могу настраивать, у меня побольше прав. Я даже роль никому дать не могу, блять. Шути, что ли? Роли я могу давать. Все, я, по-моему, всем раздал, сейчас еще парочку. Посмотрите все, я всем дал права. Нашли, посмотрели. Сейчас мы Доверман. И Тревор следом. Все. Есть картинку еще раз, ребят. Еще раз картинку киньте. Еще раз. Блять. Пульду 25 с Фрейи. Смотрите, да. Ребят. Да. Ребят, первое. Вот я собрал, смотрите. Седьмая, восьмая группа. Вот сейчас посмотрели. Запомнили, запоминайте местоположение своих порталов. Еще раз повторяю. Сен-Касан, первый порт. Аспект, второй. Рекаун третий, Доверман четвертый, Вот Фьюри пятый, Шадоуэх шестой, ДЦ седьмой, ШП восьмой, Вася девятый, Драгдилер десятый. Запомнили? Если запомнили, все четко. Просто вы запомните свое, именно мне посмотрите на картинку, посмотрите свое местоположение и запомните свою номерную цифру. Просто так... давай так. Давай так, ребят, сейчас спрашиваю, кто первый, кто второй, кто третий, чтобы прям точно, блядь, на дебила будем. Кто первый, кто второй, кто третий, короче, ну вот сейчас спрашиваю про первого, он ставит циферку 1 в чате. Спрашиваю второго, ставит циферку 2, спрашиваю третьего, ставит 3 и так далее. Давайте, кто первый? Кто первый? В рейд-чате, пожалуйста, в рейд-чате, чтобы все видели. Что все, он запомнил. Все, давай, я второй, третий давай, кто третий? Третий, есть четвертый. А, нет, вот четвертый, пятый есть, шестой есть, давай дальше. Седьмой есть, восьмой есть, девятый, Вася, хорошо, десятый кто? Молодцы, десятый, первый писал.
Тебе написали вначале. Все, все красавчики, все запомнили. Все, значит. Первая фаза. На луже не наступаем, убиваем мобов под сарай. 7-8 мобов убиваем. Переходим на вторую фазу. На второй фазе будут щупальцы. По большим щупальцам играют РДДшники. Но есть такие... В общем, я буду анонсить, если можно миличником играть, чтобы долго не объяснять. Вообще приоритет только РДДшники. Маленькие миличники. Дальше, когда пацаны выходят в порталы, оставшаяся пачка бегает со звездочкой. Либо бегаем в одном кемпе, не рассасываемся. Вас может что-то дамажить. Хапалы, все диспелим. Магия, соответственно, тоже мы диспелим. Проклятие. Все, бегаем по кругу, по часовой стрелке. Здесь тут первый раз есть. Че пошмет? Просто бегаем по часовой стрелке, сносим все на своем пути. Бегаем в пакте, также будут кидаться два луча рандомные, связывая друг друга. Ведь с этими лучами вы должны сбежаться вместе быть. Если тот чувак с портальной, на которого луч кинулся, тот, кто не в портале, бегает с этим чуваком, пока он не зайдет в портал. А после того, как он зайдет в портал, связь разорвется, дебаф скинется. Также будет кидаться на рейд. Дебаф, он будет обозначаться черепком. Не помню, как он называется точно, но это он феряет человека. И те, кто будет рядом с ним, то есть кто от него не отбежит, тоже зафиряются. Это, ну, важный момент. Также будут кидаться лучи рандомные. Для начала они будут такие точечки, ну, как искрящиеся на боссе, ну, от босса. Будут идти лучи, там точечки. Потом это превратится в лучи, дамажишься. Они очень много дамажат, так что... И плюс они передвигаются. Так что в них не... Вставайте рядом с ними тоже. Орел, про третью фазу расскажи, когда да. Отворачивался. Да, третья фаза, ребят, все могут порталы там зайдут в 3-4 портала, наверное, может в 3 справиться. Не суть. ДК танк, смотри, ты ловишь его вот здесь. Мы будем бить от дверей. То есть мы будем стоять не вот, ну, не здесь, соответственно, там внизу, возле воды. Будет хуйня такая. ДК ловишь треш рядышком и отворачивается, сам отвернутый, понял, от босса. Хилы изначально сразу отворачиваются на третью фазу. Хилят спиной, чтобы не ловить лучи. Босс будет кастовать лучи такие ебаные. Они наносят урон. В этот момент вам нужно будет просто отвернуться. Как когда лучи кончились, вы повернулись. И также бьем. Милишники играют тупо по трешу, а РДДшники играют в пол босса. На также... третьей фазе обращайте внимание на свой рассудок. Да, да, да. Только хотел сказать. Про рассудок мне рассказал. Внимательно. Стопудово жить первый раз на луте. Внимательно, ребят, смотрите, у вас появится, как мы только пулем босса, у вас сверху, даже здесь сверху появляется здравомыслие и дебафит здравомыслие. У вас оно не должно упасть ниже 20-ки. Если оно опустится вообще в ноль, то у вас босс возьмет ВМК. То есть подчинение. Это, за этим нужно следить внимательно. У вас даже на среди экрана, блядь, будет. Это посреди экрана у вас, блядь, будет это здравомыслие. Оно должно всегда быть соточка. Ну не соточка, там 80. Чем меньше 60, полтинника 50. Не отпускайте. Да, желательно, меньше 40, там 50 не отпускайте. Просто видите, чтобы их пополнить, как это пополнить, будут зеленые лучи такие, короче, появляться вот в лепестках вот этих вот между этими хранителями. Как на первом боссе было. Да. Такие зеленые лучи, то они будут стоять просто. Заходишь, там ждешь маленько и выходишь. Много там не стоит, а то бафа дохуя. Нихуя ты автомат. Ну да, я-то проходил. И этот, ребят, еще момент, короче. Смотрите, будет кидаться. Хранители будут вас сейвить. Допустим, если вы шотнули, вас будет ходир сейвить дифризом. То есть вы увидели, что у вас упало хп, там увидели, что у вас поднялось хп, но вы не можете двигаться, вы это, в дифризе стоите, так, в ледяной глыбе. Это баф, еще раз напоминаю, гибли просто говорю. Это баф, который можно снять в своих бафах, соответственно. Падай к нам, вот такие, все, короче, ребят, я все объяснил. Посмотрите, лучше пощупать, чем нахуй, теория, блядь. Лавина слов, что я сейчас сказал. То просто это все надо было во время трая говорить. Да, 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 все, давайте, все готовы в эти лучи, да, людей попасть. Нахуя, че, вы неудобно хилить? Ну похуй, да. Ну не, ну давай, 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 я давайте касочку по ДК, по ДК каску давайте еще сейчас раскидаем, сейчас вас
Ой, киборг зашел, блядь. Все, ладно, побежали, побежали, побежали. Запустили босса. Запустили. Говно, не наступайте. Ребят, не наступайте, пожалуйста. Тут шары выглядят всякие. Это, блядь, будет вообще печально. Блядь, у меня возгорание забагался, блядь, сука. Такая, смотришь, который лучше светится, с него будет босс. Хант напуливает каждого этого. Милишники, по скилу можете по слову этим. Ну, хотя, походу, это есть. За абсурд каст сбивать, ладно, каждый. Каст. Хорошо. Кто-то наступил, да, вы уже что-то быстро. Да. Завис, ребят, или что, смотри? Завис, завис, походу, да. Ребят, это вы уйдите, двигайтесь в лужу, алло. Чё, блядь, стоите, ребят? Ну чё вы такие овощи-то, ёбаный насос? Сбейте каст по второму. Шадовых на второго. Больше ДПС, давайте больше ДПС. Леха, собирай второго. Шадовых на нового. Появляй. Каст, 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 каст. Поднимайте, поднимайте. Все, упалило. Я живые, живые. Все понятно, упалило. Учу подсобрикалов, что-то. По 20-30 лет бежит, блядь, зеленая какашка, из нее надо отойти. Она двигается, вы двигаетесь вместе с ней. Если, блядь, у вас на это мозга не хватает, как вы вообще дожили до своих... Да вон там вот это, Урбанс, нахуй, завис. Да ладно, ты не ругайся, тут пацаны по 5 часов по грейдах сидят, что ты ругаешься? Он завис, ладно, это, то есть, первый слаг я понял, да. Но вот за этим слагом последовало еще 3 слага, следом. Она движется по часовой стрелке, дерьмище это. Просто бегите и долбите потихоньку. Нахуй вам ДПС здесь. Здесь пережить, блядь, 2 фазы надо, блядь. Да, и все. Босс вообще надо. Вот эти хуйня фаза. Там просто отворачиваешься и все. Безумие, видишь, что этот плетик идет в ДБМе, блядь, отворачиваешься и стоишь, ждешь. Зачем тебе сумонит трек? Здесь есть починка. Сань, давай 20 голд. Давай. Ты чё, блядь, где бабки твои, нахуй, слышишь? Проебался. Что там с Мирона ролл? Ещё 40 минут. Люди спрашивают. Ещё 40 минут, блядь. Провал безумия. Похуй на твою фласку, иди сюда, блядь. Быстрее чинись и всё, нахуй. Быстрее, ребята, там надо быстро всё делать. Костя, ты съебался или чего у тебя? Где Рога? Вот. Меня комп перезагружаю. Слабалка здесь завис я. Алло, вот, алло. Да, давай, давай. Перезагружаю комп. Я не знаю, может вам покурить, да, 3 минуты, чтобы вы немножко в себя пришли. Чё, перекур? Давай 2 минуты. Давай 3 минуты, ребята, покурим. Немножко этот... себя там придите там сюда. Пойдем прыгнем беседку или один на один. С кем? Со мной, с кем, блядь. Не, я курить вышел. Ну давай сейчас телефон зайду.
Все, ребят, просыпаемся, давайте. Собрали, сейчас я перекурили. Убьем нахуй, это говно ебаное. Хотя бы, блядь, третью фазу хоть посмотришь, я хуй знаю. Легкий босс, на самом деле, реально, он очень легкий. Еще тем более при 4, это вообще по нерфе на всю, нахуй. Да, да. Тут по факту что надо сделать? На первой фазе надо, блядь, нажимать на одну кнопку, чтобы двигаться вместе с лужами, да? Вот, в чем вся сложность. На второй фазе те, кто снаружи, типа, бегают по кругу, там, ну, этот Булл им скажет, что делать. Те, кто заходят в портал и просто убивают мобчиков и идут бить мозг. Все, потом выходит в портал, у них, типа, все на этом. И третья фаза, блядь, РДДшники стоят, дотают, типа, и отворачиваются от босса. Милики то же самое, становятся спиной, блядь, почти в упор к боссу и лупят, стоят трэш. Пиздец. А танк ловит мобов, все. Танк ловит мобов, да. Босс, а можно мобов, 5 копеек, да, ставлю? А на первой фазе, пока этот не сагрит танк себе этого, не бейте его, моба, чтоб он по всей карте тут не бегал, но... А чё, кто-то ливнул, да? А, нет, у нас шадов. А чё, ну, он вышел? Костя, он что-то не хочет. Гайком залагался, есть что-то. А, это у него то, что зависло? Да, он, наверное, спать пошёл, всё, он в 6 утра. Нет, я тут сижу. Ты зайдешь? Да, ща прогрузился рабочий экран твой, этот, блядь, туплю пиздец. Да, сдух какой-то. Ребят, в комнатах бегите, там кто-то направо, кто-то налево. Зачищайте максимально быстро комнату. И кто не был в комнате, рассмотрите. Вы откуда заходите, когда вы зачистите трэш желтых этих мобов нейтральных, вы возвращаетесь обратно, откуда вы пришли, и там откроется комната, там будет здоровый мозг. Когда этот, у него он будет кастовать, когда каст этот будет заканчиваться, вы слева, справа из-за босса стоят порталы, вы должны выйти из этих порталов. Если вы не выйдете, то вы вас возьмет МК. Там за 5-7 секунд вы должны выйти из порталов, я скажу, когда вы... А, и еще момент, смотрите. Там будут стоять такие черепки, они будут кидаться лучше вас, если вы на них будете смотреть. То есть их нужно избегать, то есть спиной как-то стрейфить. Ну, подбирайте там сами, по возможности отворачивайтесь от них постоянно. Но с вами идет хил, он как бы там подхилит вас. Но все равно вы теряете за счет этого еще здравомыслие. То есть внимательно над этим моментом. И будет комнаты постоянно меняться. То есть сначала вы будете в одной комнате, такие мобы будут, потом в другой комнате другие мобы. И всего там, по-моему, 3 комнаты. 3 разновидности комнаты или 4. То есть, ну, рандомно выпадают. Да, то есть сути вообще не меняет. Убиваете эту, блядь. Нейтральный трэш, нахуй возвращаетесь. Убиваете мозг. Мозг нужно опустить до 30%, то есть это сам есть босс. Опускаете мозг до 30%, там кто-нибудь санонится мне, что вы сейчас переводите. Яха уже пойдет на позицию, и мы тоже встанем на позицию свою. Давай, пусть, что там у тебя нахуй, ебаный насос? Ты заходишь? Я хуй знаю, ты через какое дерево там играешь, нахуй? Дрова подкидывай. Ты пиздец вообще. У меня, блядь, комп загружается за 23 секунды. О, нихуя, отправь мне свой комп, а я тебе ноут отправлю. Да, это у меня за счет жесткого диска, ебать. Жесткий диск просто меняешь, и все, у тебя комп улетает. Берешь себе SSD-шник. Не этот, блядь. Как он там называется? Не дисковый. У меня хуйня проблема. У меня ЦП-шка всегда на 100% загружена. Я уже не знаю, что делать. Разгрузи ее. Ну, блядь. Похуй, типа, ему. У него всегда центральный процессор загружен на 100%. Что делать, я не знаю. Чтоб ты понял, да, вот, допустим, я купил этот ноут. Ну, я, конечно, понимаю, да, то, что ноутбуки со временем становятся слабее. Но не до такой степени, то, что, блядь, сначала у меня, ну, условно, там, игры идут на ультрах на 350 FPS, да? А теперь я не могу на них играть на минималках. У тебя, возможно, ты когда термопасту менял, у тебя, возможно, он греется, и, возможно, кулер забит, у тебя комбо, они, ну, не
комп? Он не греется. Максимально то, что он нагревался, это 80 с лишним градусов. Под разгоном там 90, 95. Поменяй жесткий диск себе. У тебя какой жесткий диск стоит? Дисковой? Я не знаю, что ноуте стоит у меня. В ноуте, если ты ничего не менял, то вот стандартный у тебя 100 подов стоит дисковой. Давай, трактир. Мы сейчас убьем с первого, со второго. Давайте, Костя, блядь, ты ебаный заходишь там, нет? Грузится. Типа, не знаю, потому что 80 градусов ЦП. Сейчас у меня, типа, термо 37 у меня. Бла-бла-бла. ЦП, блядь, где ЦПшка здесь? Ты там что, это, лаунчер у тебя запоружается? Я, в смысле, уже нажал в игру. Не ходит, тупит что-то, блядь, пиздец. Давай, короче, решаем, пока вайпнемся разочек. Блядь, я тут в процессоре шарюсь. Да, давай это принимай. Подожди, он не слайд. Сова, приди в себя. О, блин, сайт. Все готовы. Давай, поехали. Видеокарта 68-69. Ну, короче, 68-69 средним нагрета сейчас. Войд Фьюри. Ребят, внимательно, пожалуйста, за лужами смотрите, крутитесь там, избегайте их, похуй как. Ваш ДПС нахуй тут не нужен по факту. Просто ну, убейте его и все. Может, милишники там могут забить. Главное, не наступайте. Под Сару подведи, под Сару заведи. Алло. Да, нужно под Сары убивать. Поэтому, если под Сары не убьем, то не засчитают. Милики, отбегайте, ладно. Да нахуй. Вот трек, смотри, у тебя дефриз, ты сними его, сними его. Он в бафах в твоих. Сука, он в твоих бафах, сними, блядь, его. Внимательность. Крутитесь, вертитесь, ребят, постоянно от луж избегайте. Можно в воде ходить, блять, вообще похуй, хоть где ходить. Главное, в луже эти не наступайте, и все. Давай, забирай того хлопчата. Можно перебежать на перегруд. Больше ДПС. Кто-то наступил в лужу, что ли? Ну конечно, блять. Ребят, внимательно, пожалуйста, внимательнее. Забирайте на второго, сядьте кто-нибудь, кто умеет сбивать касты, сбейте каст на втором. Сейчас второй будет кастовать, сбейте, пожалуйста, каст. Это последний должен быть. Мы сейчас... А, не, нахуя, еще дохуя моб. Нужно в десятку. Потому что они в Саре убивают. Засчитывает что-то, они прям в Саре, ты видишь, стоят. Не, засчитывает. А что не засчитывает? Все, перевели. Выходим, забагалось просто, нормально все. Каз бейте. Отберьте аспекта. Все, поехали, играем. Вторая фаза началась. Большой шупальц сзади. Пошли, большую шупальцу убили. Милишники не подходят к ней сейчас. Она бушует, только даже играет. БР не подойдет, да? Танк автоатака, избивая ослабление большого. Ну что, его можно сбивать, что ли? Да, танк автоатакой обязательно нужно сбивать. Это минус 20% урона всему рейду. Там красный луч у вас. А БР подойдет сегодня? Луч, сбегите. Печенька, ты что убегаешь-то от меня? Подойди ко мне. Лучи сбегают, алло, ребят. Все, этот. Ладно. Заберьте аспекта. Они, наверное, не могут тебя найти. Луч, сбегите. Сейчас портал уже появится. Ребят, сейчас портал появляется. Внимательно смотрите. На портал идите. На портал встали свои. Все, заходим в портал. Все зашли в портал. Назначены. Да. Быстрее, назначены. Заходите в любой портал, пока что. Ой, блядь, хуево так как, ладно, я зайду нахуй. Все, как... не свои порталы зашли просто. Сбежите. Да я до портала добежать не могу, мне это щупальца сраная, понимаю. Стрейфите, ребят, стрейфите.
Блять, ребят, не надо стоять смотреть на черепа. Вот урон не лутайте. Комнаты пошли. Все побежали обратно. А что, у нас ДЦ не зашел, да, в комнату? Да меня щупальца поймало, вот оно меня держит. Ты ее сам можешь разбить. Играем, блядь, вот уже почти на хукас пришел. Это пиздец. 7-6, вышли, все, с портала. Давай, выходим с портала. Нажали с портала, выбежали сразу. Пусти бэрнуться. Поднимите по хилу. Да, блядь, да это уже вэп. Ладно. Сбегайте, сбегайтесь. Луч красный, сбегитесь. Не, тут люди абсолютно не знают ничего, просто. Тут много сидеть надо. Часа полтора. Я думал, с пару трав справимся. Что на земле? С какого, со второго? Ладно, сейчас все увидели, как бы. Этот, посмотрели, чё почём, куда чё. Танка, ты где был? Мырка же там танк. Ты где был? No. Ты стан получал это болезни или чё? Ну. No. Давайте падайте, короче, топки лучше забежали все быстрее. Короче, вот когда начинается фаза, да, босс вылазит. Собирайтесь возле челюстей босса, то есть спереди, где двери, где мы зашли. Весь рейд, все 25 человек собираются. И нужно, чтобы всегда в рейнже весь рейд был у всех, кто может диспелить. Надо бежать никуда без... Ну, те должны стоять в радиусе 30 метров. Основная задача танка, который Мырка, это увидеть большое щупальце, подбежать к нему и сбить автоатакой каст. Просто выбираешь, нажимаешь на него, подпрыгиваешь и сбиваешь вот этот каст ослабления. Если его не сбивать, на всем рейде висит минус 20% урона аура. А минус 20% урона, извините меня, ни хуйня. То есть 20% нашего... они еще и стакаться могут, кстати. Они еще и стакаются, да. То есть сейчас у нас под вайп висело минус 40% на всем рейде. Угу. Это про большую щупальцу? Да, большая щупальца, ослабление называется у него каст. Она ее как бы начинает кастовать и потом поддерживает. Ты подбегаешь, автоатакой сбиваешь. Главное, можешь выключить власть на зеленую, чтобы тебе и бегать быстрее было. И чтоб ты... Потому что если на тебе будет агро, если ты какие-то ЛПшки на него кинешь, и на тебе будет агро, и ты окажешься в мелизоне с ним, оно начнет шотать, ну, конусом. Как вот ударная волна у вара есть, только чуть подальше. Начнет шотать всех. То есть хлопать начнет, и все поздыхают. Даже если кто-то далеко, там метров за 20 стоит. Не просто ваншот получит. Ты что, подбегаете чисто автоатакой выпадаешь? Да, чисто автоатакой. Ну я как делаю за ДК танка, чисто ударом чумы делаю. Тихо, ребят, подождите, 6 минут. Мы поехали. Ноги ролим. Топ. Рога, ДК, маг, друид. А, сука, блять. Ради прикола. На нахуй. Че, блин, меня пароли заебись. Давай, давай, Ермай, быстрее. 6 минут. Идол, короче, надо кому вещи. Как это такое? Давай мне. Че, есть больше танк? Это больше медвежий. Кто друид, блядь? Не знаю, да? Ох. Кто мне есть такой на танке? Пояс, короче, с меткостью. А ты идолы не сможешь диспелить? Нет. Не могу идол диспелить? Ну, в смысле, блядь, нет, не можешь. Пояс меткости. Фунтик трейд. А, пальцо гильда, крит хаст. Ап. Палец, ловкость, крит хаст. Ты на этих, ты на охуенных услугах. Хан, давай, похуй. Трейд, давай, фунтик трейд отдай по звездочку. И лепо ловит. Токены, значит. Воин, хан, шаман.
Ролин. Рукавичка. Липопоид. Липопоид и река. Давайте тут. Пол. Два токена. Варикант. Нихуя страшно. Давай, 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 вас дрочим, дрочим эту хуйню. Блять, надо убить, мы так пройдем чисто. Мы должны его убить. Куда? Удача. Ну, он что-то заебался. Че? Похуй вообще. Давай, мазбафы поднимайте, рейд поднимайте. Ребят, смотрите, блять, вы не разбедайтесь. Вот как вам сказал человек. Мы переходим на вторую фазу, все идут к челюстям. Собираемся пачкой, потом идем, этой же пачкой бегаем вместе. Дисплей, танк, мурка. А, ты, короче, большому шипу сразу подбегаешь. Получается, смотри, а его не шотнет за счет того, что он там начинает ебашить щупальцы? Нет, я же говорю, если на нем агры не будет, его не шотнет. А если он будет кидать ЛПшки, дамажить как-то, ему не надо дамажить, ему надо подбежать, дать автоатаку. Я делаю как? Удар чумы тыкаю и все, ну, чтобы не дождаться автоатаки. Можешь дожидаться, можешь удар чумы тыкнуть. Тыкнул, убедился, что каз сбился, и сразу отпрыгиваешь, и все. Он будет в игролисте где-то РДДшника выбирать. А РДДшники, они, как правило, далеко от него стоят. И щупальца не будет бить, не будет никого шотать. Твоя задача именно дебаф с рейда снять, вот этот минус 20% урона. Ну, я понял. Все замечательно, что понял, давайте начинаем. И, ребят, случайно, когда на вас вешается луч, внимательно смотрим, подбегаем. Да похуй, что у нас 22. Мы можем, можно убить это 22. Костя, ты что там пришел в себя? Нет? Все запустили. Нет, быстрее за ворота. Кто там ворота стоит? За ворота заходи. Тревор, Тревор, блядь. Пал, зайди за ворота. Хорошо, все, ребят, внимательно на уровень не наступаем. А Шам был 10-й портал. Ну ладно, я зайду. Мне тоже нельзя заходить. Захиливайте рейд. Опять это наступил. Да опять это в лужу, блядь, наступил, но. Чё, блядь, на прикол, что ли? Это просто по приколу катайся, пожалуйста. Сбейте каст, главное, ребят. Сбейте каст, каст. Второго каста тоже сбейте. Второго каст, каст, отлично, вообще молодцы. Все добили. По одному шотайте. Миличники убегайте. Забирай, забирай, миличники. А что такое? Почему МК взял? Рога. Почему он взял? Я только прогрузился, у меня грузилось полчаса именно в сам в этот. Я прогрузился, меня в подчинение взяло. Сорян. Вот смотри, опять. Пиздец, вы что, на приколе? Если вы уже наступаете или что? Каст. Каст, главное, кто это передает. Я хуй знаю, я не понимаю, это можно убивать. У меня опять игра повисла, короче, ладно, да, походу все не исправляю уже. Сейчас, походу рубает нахуй. Уху играть. Косты избивать. Каждого. Да не надо. Ребят, вот вы все слева, вот вы все справа стоите, да? Вы стоите прям рядом с лужей. То есть у вас слева, да, пробежаться можно, ну пиздец, очень-очень много. И вы все стоите с лужей. Да не, этим все людям не надо просто. Ну кто стоит там, им просто это не надо и все. Они... Это вы. Либо они устали, либо им это просто не надо элементарно и все. То есть это надо делать с какой-то более высокой мотивацией, блядь. Тут мотивация у трех людей, блядь. Чё, блядь, ну. Да не нахуй это, ну реально что-то пиздец тяжело. Конечно, тяжело, когда никто не знает, что делать. Тут у нас человек бегает как стадо, никуда не понимает. Да хорош меня хилили. Бабл ХС. А чё, все не хилить? Кстати, пусто вообще первый раз на этом боссе. Какую точку? Да хули толку ставить, тут видно, что 15 человек хуйню делают. Какую точку ставить надо? Куда точку надо ставить? Бежит зеленая лужица, блядь, и в лужицу нельзя попадать. Куда точку ставить?
Там кто-то попросил да точку. Да в мозг ему точку поставить надо, он хуйню спрашивает. Трепещите, смертные! Конярахнитесь собственной ненависти! Просто это босс, блять, как бы даже в обычном режиме, он непростой, блядь. Надо очень на понимание. Очень много всего знать надо. Босс, это босс на понимание, конкретно на понимание. Босс на арктике. Вот так, блядь, понимаешь, то, что мы рассказывали, вот он рассказывал, да, то, что до пула, это не отложится никак, потому что память у людей, у кого-то зрительная, у кого-то, блядь, осязательная, у кого-то еще какая-то нахрен, но слух не у всех она есть, понимаешь, это маленький хорошо, процент. Хорошо, хорошо, я сказал человеку, бежит зеленая лужица, в нее не надо заходить. Каждый трай у нас пиздец какой-то, то есть каждый трай кто-то заходит. Это опять вот, же, вот это... как ты... Как это ты можешь память. Не понять, не... Ну, какая память, блядь? Ну память, какая я память? Тебе объясняю, она разная есть. У кого-то на слух, у кого-то блядь. На зрение. Тормози, нет, мы не понимаем друг друга. Еще раз, давай заново. Я, вот смотри, вот допустим, я РЛ, да? Есть зеленая лужица, я говорю, вот на, чисто про первую фазу сейчас, я говорю, не заходи в первую лужу. Все? Этого достаточно, чтобы запомнить? В кузню, ребят, ты пошитесь, пойдем дракона убьем. Ну, я бы на месте РЛ сказал бы так, не заходить ни в одну лужу, их нельзя касаться. Они двигаются, да. И траектория, по которой идут, нужно что, заходить. Все, что ли, РЛ? Нет, почему? Пойдем в кузню. Гигантская кузня, ребят, какая? Пойдем в дракона убьем. Ну, мы не убьем, я хуй знает, просто не убьем. Либо нахуй просто просидим, сейчас еще 2 часа на нас. Вы посмотрите видосики, как это проходится, и все. Ну, опять же. Саня, вы с пиздить будем? Да хоть знает, что, блядь, долго, мне кажется, его убить. Если бы меня присумонить, то я улетел бабл квест там. Смотреть да. Будут видосы те, кому это надо. А люди сюда пришли, они думают, что им РЛ скажет. Если он радостный, видите. Они, видишь, они пришли, они думают, что РЛ скажет, вставай вправо и бей, и все, они убьют босса. Но тут-то нихуя не так. Ребят, ну вы не просили, что делать. Люди пришли, кто-то не умеет. Да. Мы спрашиваем, поставьте плюс на первый раз. Я не первый раз, ну что всех-то обсирать? Да кто обсирает? Нет, всех... кто ну, если к тебе это не относится, никак ты не воспринимай никак эту критику вообще. Ну к тебе это никак не относится, не воспринимай эту критику никак просто и все. Ты за себя знаешь, что ты, ну, типа, понимаешь, что здесь делать, тогда как это к тебе, вот эта критика сейчас относится? Да, нормально. Ну вот, видите, я летала на предыдущем боссе, ну что я могу поделать? Я не вижу, когда он кастует, и я улетаю. Все, ладно, понятно. Угу. Давайте, я чина бахну. Тут он сумоните здесь. Меня. А, че не засумоним? Или там локов нету? Все, я засумоним. Сумоним. Я тебе вроде говорил, как там облачка сделать с белым текстом. Они у всех должны быть. По стандарту. А кто танк второй? Облачка я почему-то вижу через 3 раза. Раз вижу, 3 не вижу. Саня, кто танк второй? Давай, аспект. Давай. Вот, а что, одного меня, танка пожалуйста. Не бурстанем здесь? Да нет, да, нахуй, пускай лучше 2 танка будет. Ну тут пройди пизда. Че, аспект нас? Угу. Че, готов? Так, а собрание, че, мы пойдем собрание убивать? Да пойдем убьем что-то. Касочку можно? Каску, все, запускаю, убежали все на эту сторону. Где-то, блядь, как мог нахуй ебать. Ставьте фаер ауру за место темной. Вы а запустили уже? А, мы на боссе. Гигантская кузня. Гигантская кузня. Давай засумоним сейчас тебя. Кто ты там? Астропилый. Нет, это Redhead. Правильно же, Redhead? Да. Все, бегу. Тыкните, а, все. Давай, заходи направо. Все, все, окей. Давай, забегайте туда. Все, я запускаю. Хочу собрать гильдию с 25 девочек. Мне кажется, у тебя мозгов слишком много и нет, триллион. Что? Сама сойти хочет. Что, нервов очень много мозгов? Подозорным, ребят. Подозорным играть. Часового вы видите. Буштаните всех часовых. Хуяк пал, бежит, хуяк с крылья нажал. Жесткий.
Уже главное, главное хилить некого. Жизнь все равно. Стреление. Подозорный, ребят. Главное через дозорных играть, каски кликать. Подожди, а мы два танка, да? Гера дается на когда он сядет? Ну, на первой дадим фазе. Ну, на первом, короче, что там у нас? Дальше далеко до просадки. Чего девушка второй раз не взлетела? Может, второй раз не взлетела, а чё хоть полутаем? 10 есть, 25 вот так. Ну то это если на ДПС вообще так. Ребята, часовому играйте по часовому. Давайте больше ДПС, я буду сейчас запускать его. Все, в босса играем. А, давай Геру. Да уже поздно, наверное. Да. Рано уже. Уже да похуй. Похуй. Что-то я сам поснакал. Да, ну нормально сейчас. Есть время, у нас 21. И это было. У меня как будто Геру выкачивают из моего компа, блядь. Дают Геру и все, мне просадка FPS. Минус, блядь, 5-6 FPS, все. То есть у меня максимально поднимается частота кадров. Это до 5. Смешно, это в лучшем смешно случае. Не, мы, наверное, на второй раз тоже взлетим. Да и похуй вообще. А чё, всё-таки здесь Фредди есть компьютерные гении? Может, кто поможет? SSD себе купи, SSD. Все на жесткий диск. Тебе будет ком по-другому вообще работать. Жесткий диск, я купил здесь дохуя делок уже. Основу. Почему ничего не поможет? Тебе говорят, ничего не поможет. Это пацаны, посоветуйте фильм какой-нибудь посмотреть, блядь. Я тоже оленья кожа. Как? А? Оленья кожа. Оленья кожа? Тихо, если что-то опасно. Очень угарный фильм. Угарный, комедий? Ну, типа того, но такая странная. Попробуй поставить. А название группы такое. Есть такая группа, кожаная олень называется. Там два фильма, оленья кожа 2020 года, и вот надо 2019. Режиссер. А что девочка может посоветовать? Да этот хит, который. Девочка ужастики смотрит. Че, серьезно, какой последний смотрел? Девочка, ебать, вы говорите девочка, как будто здесь сидят, не знаю, 13-летняя здесь. Ну, тетя Астрал. Сидит. Астрал? Что, интересно? Какой себе, первой части лучше. Любитель. Ну, да, первый всегда лучше. Не, знаешь, как понравился? Затащи меня в ад. Часового больше сидите? Жена тоже эту хуйню любит. Затащи меня в ад смотрела? Я думаю, что я все смотрела. Ну, помнишь, затащи меня в ад? Нет, блядь, цыганка типа прогнила, ну конечно. Да, да, да. Цыганка с пуговкой. Босс. Там как она в гробу лежала, это прибежала туда, бабка из гроба вылетела, и давай изо рта ей в рот текла какая-то слизь. Красно. Фу, какая прелесть. Давайте 15 секунд. Где дэмэдж? Рекаунт, у тебя шутки какие-то, блядь, пиздец, странные. Лет на 17 тянут от силы. Слушай, я так понял, блядь, Утерд нахуй в этого спехнулся, что ли, нахуй? Дестрика, блядь, нахуя? Утерд, да, он в Дестрике, ты чё? Пиздец, я думаю, почему я, блядь, баны скорчишь-то добавляю, блядь, а у меня демон нахуй в Дестрике бегает.
А этот криминалистический сериал любит кто-нибудь смотреть? Да, Муфтар 4, Рекс против Муфтара, менты, вот я все смотрю, это мои самые любимые сериалы. А как насчет CSI? Кто? Ну, не, я только по НТВ сериал. Место преступления, но американский. Да, 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 Шерлок Топ, пацаны. Вон, Амела профессионал по детективным. Она все пересмотрела, вот детективная. И Коломбо там вся хуйня, да? Не, ну Шерлок, кстати, реально неплохой такой сериальчик. Клаун, ёбаный, просто клаун. Прям, прям, прям приятный просмотр. Дикте, Камбербубель, лох. Чё-то мне не нравится Шерлок, я посмотрел, ну не в восторге. Мне кажется, советская экранизация даже лучше. Да, это интересно. У нас пусть товарищ. Как говорится, по мастеру разные. Это да. Убиваем босса, либо под мордой не стоит. Танки на позиции, готовим все ловить. Набиваем агро, таунт, вся хуйня. Мастер на аркофайре, все не надо ничего. У меня у одного или ему скибаф постоянно, типа, то появляется, то пропадает. Нет, ни у одного. Залупа какая-то. Типа, что за прикол? Весь рейд такая хуйня. Может, Лем нас троллит нахуй. Тотем включает и выключает, дебил. Он не палит, он не проходит боссов, он просто стоит все боссы и тыкает на этот тотем. У меня вообще что-то почему-то лапка не вешается, у кого-то совинная висит, да? Потому что боссов-то определенное количество нужно вешать. О, а сколько, интересно, 50? Нет, там что-то только есть. Не знаю, у меня типа доходило иногда до 5 полосок. Друид меняй. С моим разрешением экрана. Забрал? Угу. В классике, я знаю, сколько я там примерно. На боссах можно дебаф повешать, там всегда сглупаются. Ну да-да-да, там прям про дебафы были. Тоже момент. Умрет кто-нибудь на боссе, нет? Ну нахуя нам умирает, мы же нормальные пацаны. Йога не умеет. Пацаны вообще ребята, нахуй. Да, прилу, что ли? Это Йоксарон был? Да, это Йог был. Блять, не успел забрать. Рекаунт, отдай шмотку. Ты что там, ну, давай шмот? Мне, ладно, я сразу все передам. Да может, кому надо? Разраливай, я хуй знаю, сразу. Рекаунт, давай шмотку. Чё, вы дальше хотите чистить? Я просто сейчас, наверное, уже ухожу. Пойдем в этого совета бел. Пойдем в совета бел. Собрание там... убить. Да, да, там два моба всего. Так, подожди. Это-то. Вестибюль, кто-то не помнит. Саня, ХМ будем или нет? Обкурились, что ли, блядь? Да. Я, пожалуй, откажусь от такого. Ребят, поройте шмот прямо сейчас, чтобы раздать его. У меня создается впечатление, что даже изи мод не сделал. Кончуга. Танты, лемы. Энхенки знают. Ну, спек шмот. В рунах не стойте, ребят. Надо, да, все хорошо. Ткань, сила заклинаний, скорость, меткость. Ты башка, что ли? Да. Все, только два ролла, подходите оба. Стой, подожди. Редхед, подходи и МПО. Сфера там с вертокролом на почту.
Хорошо. Кому подходить-то? Звездочка стоит, звездочка. Аспект. Стали, звездочка стоит. Сзади. Избран. Вытяжку его не. Кто тебе, блядь, башка крутит? Куда охуенно тебе нужна? У тебя же сетовая голова. Зачем она? Ну, я что-то не помню, нахуя на ролик. Ну, а я... Ладно. Ай, блядь. Отпиваемся. Нужна, не нужна голова. Саня, подожди, поставь, схожу. Давай, вашу голову. Не нужна, да, голова? Не-не, забирайте. Да она нахуй никому не нужна вообще. Ты соберёшь 4 шмотки, всё заебись будет. А, блядь, говнище. Всё, никому не нужна, я пылю, ребят, всё. Я пылю. Всё, я пылю. Хуякс, всё, распылил. Пылю. Чё? Чё ты хочешь? Короче, ребят, смотрите. Чё ты хочешь? Ты идиот, что ли? Чё ты хочешь? Сова от меня, чё? Хочешь он голову, эту голову, голову отдай ему. Голову хочешь? Сам идиот. Дай ему эту голову. А у тебя с этого 226, зачем тебе эта голова, сова? Думаю, что он меткость нахуй хочет добрать. У него с меткостью, у него голова. Ну, может, он духа не хочет и перетаблит. Может, он хосту и меткость хочет. Он слабый. Надо, пускай забираешь. Не ПГП же, блядь, шмот. Хуй знает. Ладно, похуй вообще. Смотрите, тактика галактики. Убиваем сталелома. Убиваем мастера рун. Там разберемся. И убиваем буревестника. На буревестнике ДК сети, короче. Ты забираешь двоих ДК, ты на двоих держишь огонь. Буревестник, косты кикаешь. Также шамана тоже фокус возьмите, буревестник, косты тоже кикайте. Когда будем убивать сталелома, отдадим Геру под синюю хуйню. Вот эту синюю. Что, Мишка хуйню. Двоих подержит? Не, ты двоих держишь. Стой. Ты двоих держишь, потому что косты ты можешь сбивать буревестнику. Вот это под сталеломом синюю хуйню видите, это, короче, она увеличивает урон на 50%. Когда она будет появляться, мы будем все туда перебегать, там будет подводить к ней. Где отдадим Геру, убьем сталелома. Похуй. Дальше, смотрите, будет мастер рун Малгейм. То есть вот этот чувак, под звездочка. У него особенность какая, он кидает силу руну зеленую, хуйню такую здоровую, как вот этот вот полукруг. Вернее, вот этот круг, который сейчас на полу. Как один из них будет такая же зеленая хуйня, с ним нужно максимально быстро выйти. Чтобы в нее упал весь рейд не сел, нужно, ну, будет команда рассосаться. То есть вы рассосетесь друг от дружки. Похуй, если будет если будет вот эта синяя хуйня, похуй, вообще главное рассоситесь, потому что если чем больше людей, тем охуево будет. Ну и щит будет пуржить МПК или я, похуй вообще. Дальше, буревестник. У буревестника нужно кикнуть каждый косты, но у нас кикающих пацанов дохуище будет кикаться. А его особенность, потому что мы его будем последним убивать, он слетит в один прекрасный момент. В этот момент вы должны все нажать тапки, блинки, хуйники и съебаться нахуй. Он будет идти именно, в какую сторону будет идти, вы убегать от него. Не пытайтесь там как-то задамажить, просто вам нужно выжить, когда он взлетит. После того, как он сядет, так же все то же самое продолжается. Да, в портал, в смысле, да, все верно, все, поехали, чё, ребят, это простая хуйня в обычке. Лут поставь. Да, групповой нормально. Нет, поставь этот. Заебал ты. А если боешка выпадет? Я с тебя, блядь, бабки все спешу, понял? Все, поехали, танки пуляйте. Медведь одного сталелома держит. А этот... Я ходы двоих, короче, держи, сбивай косты и буревестнику. Также, ребят, буревестник побежал в рейд. Буревестник в рейд побежал. Таун. Хорошо. Кто там бьет Малгейма? Кто этот? Алло. Трек, братан. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Сталелома все играют. Ты хули там делаешь? По-большому играем? Зашли в синюю метку. В синюю метку зашли. Там, подойди. В синюю метку заходим. Заходим. Давай Геру. Геру. Шаман. Шаман Геру. Все, начинаю full DPS. Показали нахуй DPS максимально.
За игру внимательно, ребят, смотрим. Да, шарю по фарбу. Мы в прошлый раз в премии закрывали его. Вы видите метки, Миша. Обычки. Да, он видит. Медведь, да, да. Все, мы подвинулись. Что у нас? Спрятался демона. Надо заебись, красавчик. Ну, я домашний, наверное, больше запас. Перезагрузка. Перезагрузка, отбегите, чуть правее встаньте. Не надо далеко так убегать, ребят. Red Hat. Не судьба, значит. БР не будем отдавать. Зашли все в синюю метку. По мастеру, по звездочке начали играть. Поехали, ребят, тут внимательно. Когда скажу убежаться, вы главное разбегитесь, ребят. Это очень важно. Потому что по-любому кто-нибудь умрет, это будет пиздец в чеках. Все, разбежались, рассосались, ребят, никто метку не заходит, отошли все от метки, рассосались. Хорошо, отлично, все, заходим, все синюю метку. Перезагрузка. Отбежите, чуть подальше встаньте. На всякий случай, да. Это можешь пиздец, либо на пик. Хорошо, забрали. Так, у нас нет 10 секунд показывает. Хуйня какая-то. Разбегитесь, себе максимум. Вот на это нахуй надо. Разбегитесь, наберите раньше. Через 13 секунд он ее даст. Нет? Значит, нет. У меня пиздит. Не знаю, у меня сечет. Стали в синюю хуйню. Все, добиваем, ребят. Без гимномана, пожалуйста. Спойте. Кстати, без нахуй. Пел. Ты лукера поставил? Да поставил сечет. Так, у нас еще 5 секунд, ребят. Сейчас кончается вот эта синяя, получается. Надо уже будет разбежаться. Разбежались. Фора умер. Каст, хорошо. Перезагрузка занимает, надо идти. Что у нас там? Фора встал, да? Я понял, ничего. Да. Давайте, добивайте его, вот, говна пускай. Все, теперь можно добивать. Подводи его, более весело. Нет, подожди, еще не проводи. Сейчас руна смерти будет, ребят. Надо рассосаться, наверное. Да, давай рассосаться. Оху, добьем. Все, поехали по перезагрузке. По буревестнику. По перезагрузке. Ну я что-то уже так. Ребята, тут внимательно. На похуях, да? Зая, ресу. Каст должен всегда сбиваться максимально быстро. Вставай, дамажить должен. Прист, вставай, ты где? Прист. РДДшники встаем на максимальный рейндж. Хиллер ДДшники стоит на максимальный рейндж. Она пока ушла. Похуй. За это просто можно из рейда кикать, чтобы ОД не лутала. Да, девочек что-то нельзя кикать, блядь. Чё это? Баф, даю тебе лапку. Линдер, к сожалению, хапал лапа. Да это ШП, там не нужны. Разбежались, убежали и не подбегай, милишники. И больше не сбегаются, милишники. Миша будет взлетать. Отлично. Все, сейчас он ебало летит к нам. Ребята, все просто сейвитесь. В разные углы. Если видите, он у вас летит, вы убегаете сразу изначально, не ждите до последнего. Ну все, он летит. Сбегайтесь. Да, персы еще 9 минут. Да, пиздец. Хоть вечно можно бить. Хули их порезали, пиздец.
каст, каст. Хорошо. Очень красиво. А мы их в обычки забираем, да? Смотри, да, какой у меня полумесяц обычка. Во лбу. О, улетели, убежали, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Просто выживайте и все, ребят. Не надо там показывать свою какую-то определенную хуйню. Саня красавчик в бабле, блядь. А хули хуйня. Паладин, они все такие. По паладин могу себе позволить. Яичные ребята, блядь. Kinder Surprise. Скажи, завидите молча, да? Убежали, okay. Убежали. Пах. Мне похуй, я крутой, я могу себе позволить. Видели пуганера или там? Видели пуга? Пуга видели? Вот он, пуг, подойдите на него, попрыгайте. Я рейдж проверял. Сядьте на него, сядьте на него, ну, на туре. Я чисто рейдж проверял, проверить. Да-да, слакер. Не, реально, рейдж просто не хватит. Да видно, видно было, видно. Что там на чё там? Креста что-нибудь упало? Боешка есть? Нет боешки. Нет. Здесь латы, кольчуга и кожа. Ну я все тогда, давайте. Тапки на мишку с мастерцом. Мы на кузню поедем. На кузню пойдем еще? Не, кузню мы не пойдем. Не, вот еще да. Может, один босс остался. Два. Два. Всем спасибо. Пошли, я хоть трыню на танка заберу. Нет, тут люди разбегаются уже. Так, что не надо, мне давай. На что можно поставить допронос, чтобы вот так вот? Ребята, ну я всем этим дал, знаете. Если будет анонс, я не знаю. Завтра Накс 25 проходку будем делать. Ага, это вопрос такой. В Дисе вы в этом пишете, да, когда будет рейд? Да. Нет, мы пишем в гильдии. А можно как-то сделать, чтобы... Наша ближайшая, это Накс 25, завтра в 6 часов. Ой, в 4 часа. Это все хорошо, но я говорю, вот в ДИС, вот этот, в котором мы сейчас сидим, можно как-то сделать, чтобы был канал, в котором было написано, какой рейд завтра, послезавтра? Можно сделать. Ради тебя одного это будут делать. Ну почему это ради тебя? Это ради гильдии. Да, обычно это для гильдии делают. Куда ты попал? Я хотел Игниса, блядь. Что, есть народу? А, не, народу у меня на Игнисе, ну нахуй, всё, ладно, всё, просто если будет время свободное, я буду заглядывать, видеть в Дисе, что рейд там, подходить. Да что тебе нужно, блядь, наебался? Мне нужны, во-первых, халда, блядь, во-вторых, мне нужна половина сфер. А что там мне ещё надо? Денег мне дай. Что ещё? Можно попросить. Я зашёл в портал. Ну вот зашёл, у меня камень на КД, ты иди сюда. Ну, жаль тебя, жаль тебя. А. Можешь 200 голды дать? Блять, ну давай, да. Нахуй. Ладно, давай, дальше. Всем счастливо. Я, короче, шмотки на ДДшника продал, чтобы, блядь, починиться. Хорош. Че у тебя это? Надо вернуть обратно. Давай, давай, че там? Давай, иди ко мне. У тебя шмотки здесь все забрали? С этого босса. Да, ну что, да. Парни, завтра будет тебе проносить? Не, завтра на Акзоспец. Ну, будем по-любому, на Юго соберемся пачку. А что, сферы боешки там, сам скинешь, продашь. Да, сходил, в принципе, что. Давай там что, Игиндия мертвая, у нас там 3-5 человек играет. Вот, сколько из гильдии людей сегодня было? Да, это не гильдия, рейд, вы что, ебать. Нет, с гильдии сколько народу было? Человек 10. Ну, это вот мой ГР был, который вот, с самого начала. Все продаешь и делим на пополам бабки. Какие 5-6 человек было? Ой, какие 5 человек? Вы о чем? 5 человек было. Ну, дай бог. 5? Нет, смотри, 5 человек. Крепкий чай раз. Давай, паладин Андрей 2.
Fireball 3, я 4, а Мела 5. Это только 5, понимаешь? А у нас еще помимо этого было дохуя. Я же до всех гильдий доебался. Ну смотри, Тетарион был, потом Форов, а я зашел. Рога был, шаманы были. Ну, человек 8. Там еще было. Человек 8, человек 8. Давай, Марк, открыт. А ты что у нас что-то по ВВЕшкам, там вообще все плохо. Сейчас посмотрю, что они нам сейчас стоят. Купили бабки плохо. Что-то вообще плохо. Линкония. Сейчас, да я смотрю уж. Чанда, у кого-нибудь есть? В смысле, подожди. Бабки ты на все пилишь? Ну, а я хуй знает, как быть. Ну, в смысле, только вдвоем же водим рейды. Какие предложения? Я могу рецепт еще дать. А на кого? Кузя? Здесь? Кузнечка, да. Давай рецепт, мне. Рецепт просто отдавай кому-нибудь. Вот, естественно. Покажи мне, что есть у кого-нибудь. Я только Кузня. А ты что, блядь? А что у тебя за облик, в смысле, что это такое? Что-то я звоню. Съебал. Ленка не поешь. Слышишь, что? Сейчас 10 тысяч она на аукционе показывает. 10 тысяч? Это все, боишься давай. За кольцо? За шею. Ой, блядь. А ты на кого? На хила или кто? Да, нет, ДД. Все, ну, давай мои 3 тысячи. Мои 3 тысячи. У меня наложение чар, что надо? Давай, мои 3 тысячи. У меня нету 3 тысячи. И у меня наложение чар. Что у тебя есть? Чарьте мне грудь на 10-7 характеристик. 1657. Ну тогда продавай, завтра отдашь 3 тысячи. И перчатки на СПД. Либо давай мне, я продам ее. Завтра тебе дам 7 тысяч. Выбирай. Это вообще... Давай я выкину ее на аукционе, посмотрим, что. Выкинул. Ну я, короче, выкидываю ее за сколько? Она стоит 10-500, я ее выкину вот за 10. За 10. 10 выкидываю. Плюс эти там, туда-сюда. Блядь, ну я что-то устал, пиздец, от этого. Я за 10 выставил. Так чё? Сферки, что у нас тут? У меня не полное наложение чар, я не могу зачарить. 10 ко всем характеристикам есть? Сейчас зачарю, сейчас, подожди. Да, давай, да. Да. Помню я про тебя, прицеп. Так, сейчас я тут... Андрей, ты же придешь завтра на... Ну, если я нужен, то приду. На Накс. Ну, приходи, ты нужен будешь, я тебе уже говорю. Ладно, я приду. Накс 25? Мне... Там, да. Мне там нужен будет паладин как минимум один. Ладно, я приду. Не, притягивайся, что Накс 25 уже заебет. А что ты... А, нет, не ты хапал. У тебя какой хапал уже? Ну, не знаю, сейчас 20-й. Будет. 221 будет. А, ну ты же бесовый еще в трудах замутил тебя.